Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 27 марта 2022 года. Рыбалка Симбахова. Приветствуем вас. И сообщаем о состоянии жидкой воды. Участок, так скажем, открытой воды у нас на водоеме. Как он выглядит и что происходит. Ну, на данный момент ширина у нас увеличилась. А по длине, ну, практически до угла было размыто. Но вот ночь сегодняшняя, сами видите, прекрасно какая погода. Немножко там... Ну, не то, что подзатянуло, так шугой там поджато. Вот. Процесс у нас движется. Кромочка обламываем, помогаем льду топиться и крошиться, ломаться. Вот, аэратор у нас сейчас направлен. Ну, практически будем отрезать вот этот вот участок, так скажем. Мы уже оградили вот на ту беседку, если мы смотрим вот по той стороне. И вот так вот будем отмывать. Движется у нас в эту сторону. Вот, пройдем, чтобы не быть голословными. Посмотрим. Здесь это все в течение 5 минут решаемый вопрос. То есть, если погода позволяет. Ну, практически до угла уже все почернело, лед просевший. Как только погода немножко исправится, так, не перестать мешать, мы людям все рассказываем. Тох помогает. В общем, участок достаточно большой. И вчерашний, и позавчерашний день здесь ловили по открытой воде с летними снастями. Сегодня тоже ребята приехали, но немного, конечно, приехал в такую погоду рыбаков. Сейчас здесь попробовали. Рыба ходит, но пока не хочет. Слом погоды все-таки, по видимости, повлиял на нашу замечательную форельку. Сами все прекрасно знаем, рыба привередливая. И, естественно, погода вносит свои коррективы. Ну, вот так вот, друзья, смотрите. Думайте, решайте, как погода восстановится. Ждем к нам в гости. Приезжайте, всегда вас рады видеть. Всего доброго. И что нужно сказать? До новых встреч.